Если говорить конкретно о тарифах на тепловую энергию, то тариф по сравнению с декабрем, как была тепловая энергия, стоила 1681 рубль за гигакалорию в декабре, столько же она стоит и в январе. А то, что касается начислений за тепловую энергию, то это связано в первую очередь с тем, что объем потребления тепловой энергии в более холодные периоды, он выше по сравнению с тем, что объекты, здания потребляют в теплые периоды, в более теплые периоды. Если сравнивать температуру наружного воздуха в декабре и в январе, то в январе она была более существенно холодная. Среднесуточная температура, среднемесячная температура наружного воздуха за январь составляла порядка минус 15 градусов. Все это, соответственно, сказалось на потреблении тепловой энергии жилыми домами. И все это относится к тем домам, которые оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии. Те дома, которые, на которых прибор учета тепловой энергии общедомовой не установлены, на них рассчитывается плата за отопление равномерно в течение всего отопительного сезона, в том числе и в мае, и в сентябре за полный месяц. Те дома, которые оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии, и они оплачивают потребленное тепло по факту потребления на основании показаний общедомовых приборов учета тепла, в этих домах в более холодные периоды идет больше потребления тепла, соответственно, и больше начисления, значит, по сравнению с теми домами, где приборы учета не установлены. Кроме температуры наружного воздуха, к начислениям, на начисление повлиял период начисления. Значит, многие управляющие компании стали передавать показания прибора учета в декабре раньше положенного срока. Соответственно, тот период, который не был учтен в декабре по начислениям за декабрь, он был учтен в начислениях за январь. Хотелось бы рекомендовать жителям для снижения платы за тепловую энергию и, соответственно, для снижения ее потребления оснащать дома, тепловые узлы, автоматика регулирования, то есть внедрять энергосберегающие мероприятия. Все это позволяет экономить тепловую энергию, и, соответственно, все это сказывается на платежах в квитанциях. Если говорить весь порядок, каким образом устанавливается автоматика регулирования, то запрашиваются технические условия на установку автоматика регулирования в тепловом узле, разрабатывается проектная документация согласовывается с энергоснабжающей организацией, в соответствии с проектом монтируется это оборудование и после этого запускается в работу.